Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 июля. Описывала любимый праздник, не смогла пройти мимо сорта Королевский. Кто не знаком с этим сортом, сейчас вам опишу. Крупноплодный высокоурожайный сорт с продолжительным периодом плодоношения. Растение детерминантное, мощное, высотой 60-80 см. Плоды округлой формы, красные с розовым оттенком, мясистые. Массой 250-300 граммов, превосходного вкуса, используется для приготовления салатов и зимних заготовок. Если посмотреть на него, то он отличается тем, что у него плоды выровненные. Вот видите, какие плоды идеальной формы. И вот следующие кисти будут образовываться тоже. Некоторые сорта есть как, ну сколько-то красивых, какие-то деформированные. Но вот эти вот королевские, почему-то, сколько он у меня, я его выращиваю, его он... Как? Вот именно высочайший товарный вид, он весь как на подбор, вот, но это не гибриды, обычно гибриды у нас бывают такие стандартные, как штампованные. Вот сорт Королевский именно такой, он очень красивый внешний вид, куст у него невысокий, из-за этого я его тоже высаживаю в теплицу, потому что он не вырастает, не вытягивается, с ним нет никаких проблем. Вот эти, как указано производителем, сколько там, 60-80 сантиметров, они все будут покрыты вот такими кисточками. Вот дальше, тут еще вон там, вот будут зреть. Вот видите, вот с этой стороны. Он весь покроется кистями, ну сколько там, по 5, по 6 на кусте, сколько у нас остается, сколько успевает вызреть. И все они одинаковые, верхние чуть-чуть меньше, а вообще он удивляет сорт Королевский всегда своими стандартами. Он вот прям как штамп, как штампованный, круглый такой, без всяких уродств, никогда он, на нем нет ни сросшихся вот таких махровых цветов. Он тоже не кучерявится, не загибаются листья, потому что листья у него такие плотные, толстые. Очень хороший сорт. Выращиваю его и в открытом грунте, и в теплице. Кто не знаком, вот, пожалуйста, так выглядит сорт Королевский.